жвачки. Слева справа ушла. Справа играете в центр. Ну, чтобы не в меня, но вот я здесь стою, да, вот в центр играете. Слева по диагональке. Окей. Все. И сразу вот дело. Слева, справа, шла назад. И только вот здесь смотрите, вот когда. Так просто свободно. Накатить сначала, зачем токс, конечно. Спокойненько, главное было. Вот сделали слева, справа. Старайтесь уходить назад. Не продолжайте вот сюда движение. Сюда. То есть сразу назад и в следующее, а следующее уже готовится. Вы бьете сюда, а идите вот сюда, в этот момент. То есть вы уходите в сторону, но бьете, пытаетесь сюда. Это все можно так бросать назад. Так, делают. Все, то есть вы вперед можно с разгоном, да, бросить, и не получится, А вы, получается, делаете движение ручкой вперед, а туловище идет в сторону. То есть вы вот так, в разные стороны. То есть, а ручку вы все равно забираете. То есть она с вами связана. То есть, получается, если вы делаете вот так, ручка все равно сюда вот так. И вот это ваше длинное движение превращается вот в такое, как развлечение. Из-за того, что вы когда бьете, уходите в сторону. Постарайтесь вот, ну вот здесь, сделали ножкой, нашли, сделали сюда удар на правую ножку, потом ушли. То есть вы вот отсюда вот так делаете и уходите. То есть вам надо не коснуться мяча, а вот делали раз, сыграли и ушли назад. Окей? Давайте ножку туда. Найдите нож, ножкой мяч. Смотри, ты была в серединке, вот сейчас сразу видишь, смотри сюда. Смотри, ты вот здесь была, да? Смотри. Ты вот здесь, да, вот здесь стояла. Смотри, ты сделала слева и смотри за мат. Получается, а мяч вот здесь. Получается, ты вообще не вышла к нему, но била. То есть ты до него дотянулась, шлепнула, это хорошо, он так как-нибудь полетит. В игре же не прокатит. То есть тебе уже вращение ты уже не сделаешь по мячу. Только можешь легонько шлепнуть. Поставьте нож, давайте я руку положу, чтобы вы ориентировались. Давайте, вот мы вот это на клюку должны в этот район поставить ножку. Хотя бы. Вот так вот. Договорились? Когда бьете. Вот в этот район. Все, тогда значит более-менее вы к нему подошли. Если вы вот здесь где-то стояли, то... То есть если так рядышком, плюс-минус, это еще нормально. Но если здесь, то это вообще страшное дело. Дойдите до мяча. Ну как, а как ты проверяешь? Смотри, у тебя сейчас задание было что? Встать на нее. То есть как ты можешь это проверить? Почувствовать или посмотреть, что здесь? Подавить. Вот, ну так подавись, вот ты сделала. Деда, хотя бы ты ударила и проверила, ты это была. Попробуй в следующий раз исправить. Ты сейчас явно не находишь чуть-чуть. Дайте. Прямо цель. Тут не самый сильный удар, а ножкой дойти. А удар уже, ну, хорошо получился. Проверяю, была ли? И назад делаю.
два удара. То есть эти три добавляем еще. Делаете слева, потом в середине разворачиваете справа. Ну, справа, да? Понятно? Да. Везде справа, просто у вас левая рука. Справа и там справа. Последние обязательно должны быть вот на той белой штучке. И на первые старайтесь развернуться, чтобы левая ножка была хотя бы немножко назад. Ну, хотя бы немножко. Вы могли сделать все удары налево. Я сейчас спешу специально, чтобы могли закончить правильно удар. Начнем, но быстренько. Ну, если вы в игре один удар сделали не плохо, некачественно, то скорее всего он будет для вас еще таким проигрышным. Потому что если вы его не обработали, не накрутили, не направили, не занизили, там, еще что-нибудь не сделали, то вам же сильнее удар. То есть у вас каждый мяч по очереди, так и здесь. Первый, второй, третий. Не может быть первый, а тут я махнула, а там буду стараться. Все по порядку. Ага. Раз, два, дойти. Проверяю. Если не нашла, в следующий раз дойти обязательно. Пробуйте на правую ножку. Буля, давай, на правую. А для этого левая чуть-чуть сзади вам. Вот, еще, прямо почувствую, что ты сел. Если правая рука будет спереди, ну, левая будет спереди, ты же не сделаешь переносить. Ты только ручкой сделаешь, одной ручкой. А с туловищем ты же сильнее можешь сделать. И сил меньше потратишь, чем одной ручкой. Ты можешь по мячу промазать, но у тебя же задание в первую очередь дойти ногу поставить, а второе уже попасть по мячу, а третье уже попасть на стол. А ты сейчас сосредоточена на втором и третьем, а первое, ну как первое, это же первое, это то, с чего начинается. Хорошо? Вот поставила и промазала, это ты выполнила задание, ну где-то там что остальное не получилось. Давайте, прямо вот ножкой туда дойти. Проверяй, проверяй, выполнила или нет. Ну смотри, попала ты на стол или нет. Ты проверяй, ножка нашла мяч. Дойти, дойти, дойти. И правая ножка немножко спереди для правого удара. Чтобы вы могли налево постучать. Следующий вы будете первые мячи бить очень тяжело. Он тяжело двигается. Старайтесь с ним двигаться. Неважно, а может кто-то не делает на соревнованиях. Но если вы хотите быть сильными, вы не должны обращать на тех, кто не делает. А смотрите тех, кто делает. Так что давайте. Хорошо. Сейчас давайте по одной делаем. Пробуйте по подрезке. Начало делайте. Сейчас. И потом меняемся. Сначала слева поработаем, потом справа. И потом... Все соединим. Давайте сейчас Юля, да? Значит, Юля, сейчас по подрезочке слева, как ты делаешь, да? Дальше. Что-то там. А ты там попробовала. Подвигалась, что-то подвигалась, попробовала, села. Давайте, смотрите, чтобы по подрезке сыграть, вам же надо сесть под мяч. То есть вы для этого садитесь, чтобы сыграть снизу. То есть если вы сели, а потом встали и ударили, это тоже плохо. То есть вы должны сесть, начать ручкой и помочь снизу выполнить. Тогда будет именно движение по мячу снизу. Не просто ручку выключить, а сесть под мяч и себя вот туда вытолкнуть мяч вместе с ракеткой. Но не наоборот, не тянуть. И в угол. Thank you.
природе, на лакции кварта. Да, если ты все равно, вы пытаетесь тянуть мяч. Ну, именно тянуть. Вот это же я говорю, да? То есть вы когда делаете, тянете, а потом бьете. Ну, смотрите, если вы хотите хорошо, можно положиться в этот момент. У вас я на локоть должен быть ниже мяча, как вы говорите. Понимаете? Ну, пробовать хотя бы чуть-чуть. Ну, чтобы локти был ниже мяча. Дальше, то есть смотрите, и ты там много всех упало, и ты много у тебя всех упало. То есть ты тратишь силы на то, чтобы сыграть. Прямо вся напряженная, когда будет вкладываться, то там только летит. Чуть спокойнее, ты же не можешь сыграть, и у тебя тоже спокойно. Смотрите, вам что нужно? Мяч с ним обращением падает, да, прыгает, он бьется и стремится упасть с ним. Обращение, да, раз сюда. То есть если вы чуть-чуть откроете, он же не упадет. Если вы сделаете не вот так, а вот так, попробуйте. Ну просто чуть-чуть больше вот так. У вас вообще не для мяча, плюс силы меньше потратите. То есть он уже будет просто, да, ему некуда падать, и он будет уже стремиться туда. То есть вам только надо будет его накрыть. Понимаете? То есть не вот так попадрите, да, а вот открыли и попробуйте вот просто вверх чуть-чуть больше. И старайтесь локтик задерживать. Вы вот так тянете, да, ну, как бы. Локти старайтесь фиксировать, чтобы сделать движение. То есть вот то же самое, что вы ходили вот так, да? А вот чтобы локти, как бы вот вокруг локти, да, чтобы сюда движение пошло. Вот сюда. То есть как бы локти, это вокруг чего, ну как колесо, да? Не ось, и вокруг него крутится колесо. У нас локоть это как ось. И вокруг него вот это движение. Вот если вы тянете, вы вот это преимущество теряете. То есть получается такое полутолчок, длинное движение. А вот здесь просто сделать, вот это надо локти попробовать под присели, зафиксировали сюда. Попробуйте. Раз. Еще раз. Вот так. И прям пробуйте. Смотрите. Плечика. Ну, это ж надо опустить, а с плечом это все связано. Если вы опускаете плечи и локтик опустится, вам уже легче будет под мячом и сделать вот вокруг. Если плечо будет поднято, видите, вокруг него тяжело делать, придется вот так тянуть руку, то есть тратить больше сил. Вот. Пробуй чуть-чуть, опять больше. И вот не тяни туда вверх, а просто вот локтик, вокруг локтика чуть-чуть. Вот, так, раз. Вот, вокруг локтика, два, раз. И чуть-чуть открой тоже. Но накрыть сразу. Если потянешь, конечно, заставишь. Но если сразу накроешь вот здесь, если вот так потянешь, улетит. А если не потянешь, нормально сразу накрыть. Вот, давай. Вот, смотри, как ты его сейчас прижимаешь, он туда не за счет силы летит, а за счет движения. Чуть-чуть открой, чтобы не тыкало. Вот. И локтик, давай, вокруг локтя. Давай, следующий. Ну, подумайте об этом. Вот. То есть чуть-чуть подправить, уже не тянуть локтика, а вокруг него сыграть. И уже вам будет легче, свободнее вы будете играть. Вот, да. Да, молодец, молодец. Да, это не бывает, пока ты пытаешься сильно вперед. Чуть-чуть вот. Ну так сильно, да, вот кисть просто больше идет. У тебя кисть же хорошая. Да. Вот, да, то есть кисть контролируешь. Вот. Вот, да, и плечи, чуть-чуть вниз, сюда, думай об этом, вот так, не садись. Чуть-чуть оно должно быть вниз, то есть когда ты опускаешь, оно чуть-чуть, но должно опуститься обязательно. Можно больше, но если подрастешь, то еще больше. Расслабь ручку, и кисти, да, кисти делай. Кистью и предплечье чуть-чуть, все, а локти фиксируй, да. Чем ты будешь вот так махать больше, тем хуже у тебя движение будет, будет слабо. А сил потратишь много. Хорошо. А теперь давайте попробуем садить. Ну я сейчас с вами немножко, чтобы мы пройдемся, а потом еще поработаем. Смотрите, давайте сейчас делайте срезочку слева. И отходите, делайте начало слева по срезочке. То есть первый путь. Приняли подачу и начали. Хорошо? Попробуй там, да, вот кистью.
Старайся, вот так ручка не соединяет. Вот, старайся, чтобы ручка была вот, чтобы дальше. Да? То есть, пытаюсь вот так сделать, из-за этого кисть выключается. То есть, кисть вот, перестает работать из-за того, что вот так, в одну линию ручка. То есть, надо, чтобы чуть-чуть вот здесь, тогда кисть начинает работать. Чем ближе сюда сводишь, кисть уже все, она вот не помогает. То есть, только одно предплечье начинает сделать. Попробуй срезка, сейчас это как дополнительно. Просто сделай срезочку спокойно. Все, не вкладывайся в меня, а думай вот о движении слева, что ты. Вот, ты же делал локти, делал. Вот. И локти плечика. Никуда. Ты тянешь, тянешь. Вот просто раз, смотри. Раз, два. Вот и сделал. Раз, вот мяч. Сделал спокойно. Не тяни, вот нам нужно чем для силы для этого сделать. Ты же не помнишь. Вот, молодец. Да чуть-чуть открой. Плечика чуть-чуть вниз. Вот. Раз, плечика, раз, плечика, раз, вот и сделала. Сильно нужно вперед ставить. Чуть-чуть совсем боком. Вот. Так, немножко поставила и спокойно сыграла. Если тебе так удобно. Вот. И чуть-чуть открыла. Уверенно дело. Повернула, все мячик в твоей ракете. Не тяни ручкой, пока вокруг локтя. Локти фиксируй и держи его. И все, только вот так, вокруг локтя. Не подтягивай. Чуть-чуть пытаешься подтягивать. Я вот это убери, думаешь, что вот как будто его привязали, ты вот тут его делаешь. Все, вот свободно, свободно сделай. Пытайся вот это вот назад еще уклоняться. Просто вот так все. Выпроси ручку. Открыл и свободно сделал. А локтик держи внизу. Сюда, локтик внизу. Вот. И держи, когда бьешь. Все время держи. Вот держи, 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 пусть ручка идет. Ну пусть вот эта часть работает, а это уже все, не надо. Не надо ее туда. Нет. Вперед ручку выбросила. Вот, только снизу ножками. Ножками не села. Два, села. Не подтягивай. Раз, два. Вот, раз, два, раз, два. Все, наоборот. Чем меньше делать, тем больше получится. Ну, давайте к середине. Если меня болезнь не страшно, то старайтесь цель подбивать. Так, а ты где бить собрался? Ага. А мячик будет, смотри, мячик будет в левом углу. Ты его бить будешь из левого угла? Правильно? А что ты стоишь в правом? У меня руки длиннее, а я все равно буду, если бить ну, вправо, ну вот, я буду вот здесь стоять, чтобы сыграть. Смотри, видишь, у меня руки длиннее. А ты изначально становишься в правый угол, ну у тебя, да? И а бить надо будет сейчас из этого угла. Ты же уже к нему не дойдешь. Поняла, о чем я? Люха, а где лежит, Лена? Вот, вот в этом районе будут мячи. А тебе же надо сыграть вверх, а что тебе вверх выталкивает? Нога, ну вот, нога растолкает, а ее там нет. Тут как она тебя будет толкать? Ну вот подумай, ногой не сыграла, все, ты движение испортила и из-за этого промазала. Просто маленькая причина в следующий раз исправить. Давай. Давай сейчас. И смотри. Вот, молодец. Давай. Раз. И чуть-чуть направо. Не, нет, вот так вперед нет. Ты постарайся, смотри, налево чуть больше вверх. Понимаешь? Ну смотри, вот как бы усилие. Можешь даже правую ножку чуть-чуть отрывать от пола. Чтобы именно через верх сыграть сейчас уверенно. Не бей на силу.
Вот. Не надо сильно вперед. Но налево и вверх. Прям вот так вот стал вверх. Спасибо. Молодец, давай, стой. Ты стоял? Что? Я дышка будет. Дышка? Может, я чуть-чуть двинули. Налево один на глаз. Да, налево, налево. Нет, смотри. Ты сейчас как бы пытаешься туловище сделать вперед. Но ты же играешь вверх, смотри, у тебя ручка играет вверх, а туловище идет вперед, посмотри. То есть они в разные стороны. То есть ты либо потащишь за собой, ну, скорее всего, ты тащишь, ты пытаешься вверх сыграть, но тащишь за собой ручку. Она же привязана к туловищу, правильно? Она связана, никак она сама не пойдет. Получается, ты вверх, на самом деле тянешь вот так вперед. Получается такой полуплоский удар. То есть ты думаешь, что ты играешь вверх, а ты идешь вперед из-за того, что туловище пошло вперед. Понимаешь? То есть если ты играешь вверх, значит, и туловище должно помочь тебе вверх сыграть. Если играешь вперед, значит, и туловище помогает тебе вперед сыграть. Все вверх, значит, все вверх. Вот, да, давай, давай. Вот. Помогай немножко вверх. Да, давай, давай. Вот. Не спеши вперед. Вот. 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 И сразу вращение пошло. Попали, вы не попали, а сосредоточьтесь на том, чтобы вы отошли назад, ножкой туда зашли, сели и именно вверх сыграли, чтобы не плюхали, чтобы не проваливались там куда-нибудь в сторону уходили, там, в окно. Просто вот снизу вверх, вот я сделал, раз, отошла, вверх спокойно сыграла. Ага, видите, вилла, и правая ножка пошла вперед, вот так вот. Ты на левой, еще правой вперед зачем-то. То есть ты, значит, не дошла, а тянулась. И вот так вот тебя повесила. Вот прям ножку ставь на беленькую и вверх. Да? Вот, ты сейчас подойдешь, да, делаешь резку. Отойди, поставь ножку на беленькую и прям возьми ее на щит. И наверх, вверх, нет, не вперед, вверх. Еще вверх, просто вверх. Давай, вот вверх. Да-да. Вверх, просто. Ну, вверх, ну смотри. Вот. Давай, я вот на правую ногу, да, видишь, вот я вверх, да, смотри. Вот, сделай вот так, возьми правую, вот, еще давай. Вот, давай, еще. Вот, видишь, вот это вверх, а ты же вперед пытаешься делать. А мы сейчас по подрезке вверх и так. Вперед это же уже вот. А если я вверх играю, я же все вверх. Вот, сильно. Постарайся вверх, направо, налево. Два белые клёпки. Вот, находи ножку. Встань там на ножку. И вверх, да? На этой ножке можешь прям правую, да, вот так от пола отрывай. Ты чувствовала, что тебе все, ты идешь в одну сторону, чтобы ни тебя не колбасило в таком углу. Вот, и вверх, вверх. Вот. Вся, вся вверх. Ручка пошла, и туловище пошло. Ножка же выталкивает туловище. Значит, и ножка идет в первую очередь. Вот. Спросил, как тебе объяснить?
смотри, ты пытаешься ручкой делать какое-то движение, но оно тебе принципиально такое не нужно. То есть ты можешь сделать короче и проще. То есть у тебя ручки большие, ты пытаешься большой. Зачем? Смотри, тебе же главное что? То, что будет бить мяч. Вот то, что до мяча идет, вот оно его бьет. Да? Вот это остальное ты что делаешь? Но оно же мячик не бьет и ничем не помогает фактически, правильно? То есть если ты мяч ударил, тебе этого достаточно. Вот ты сделал раз, два, все. Вот так вот прямо так. Ну, силы показываешь. Просто в мяч ударил и хватит. Давай, попробуем. Ну, как ты перед этим делал? Просто когда сделал два. Нет, резко. Давай, резко. Начинаем. Давай. Спокойненько. Главное, что в мячик сыграл. Давай. На ножку. Молодец. Да, налево делаешь. Отлично. Не спеши ручку в сторону. Прямо сюда. Закончил я. Потом тоже, смотри, ты ведешь. Смотри, ты начал бить мяч, а потом начинаешь его давить сюда, в сторону. То есть вот ты рано это делаешь. То есть, смотри, ты ударил, а потом движение. То есть это хорошо, что ручку обращаешь, но ты это делаешь, смешиваешь сюда. И вот когда оно успевает здесь удариться, полетел, а потом давила. А в следующий раз ты не успела ударить, и получается мяч зашел вот в это движение, которое ты вот сюда сделал. И он улетел за стол, потому что ты ему вращения не давал. То есть раз, а потом два. То есть сюда не нужно утащить сразу. Давай. Вот. Раз. Так, не дальше вот сюда попробуем. А потом уже к себе иди. Не спеши к себе, там есть здесь. Немножко я не делаю круг сюда. Отдохните. И сейчас по очереди делаем. Смотрите, сыграла слева, срезка, слева начало. Справа срезка, справа начало. И ушла назад, выходит следующая вдвоем. Последний кружочек делаем. И все под мячик. Главное, чтобы вы под мячом сидели. Давай. Раз, два. Не тащи. Раз, два. Раз, открыло. Давай, вперед делай, пока не летает. Ну хорошо, да, спокойно. Не надо спешить. Туда. А тут зафиксируй. Вот ты села, и вот этого достаточно. Ты тянешь, из-за этого он просто не успеваешь его накрыть. Поэтому он уж не полетел. Вот этого, ну, смотри, у тебя кисть хорошая кисть, ты не можешь жестко делать, твердо. Но Юля мягенько хорошо, но у тебя все равно жесткое движение, хорошее может получиться. Но из-за того, что кисть вот так вот, ручку так соединила, она кисть у тебя просто, ну, как бы соединилась вместе с предплечьем. Ты одним предплечьем играешь, кисть выключила. Хотя ты ей можешь, ну, очень хорошо. То есть ты моментами иногда вот прям берешь и можешь жестко, да? То есть ты можешь жестко прям ударить, завершить слева хорошо. Но вот эта вот ровная линия не дает тебе вот это сделать. И только ты будешь тянуть. Потому что, ну, рука будет в сторону. То есть уже вперед усилие вот это вот потеряется. Пробуй вот кисть свободненько. Вот ты делал. Раз. Не вот так. Вот просто ручка, вот, чтобы было вот тут расстояние такое, от запястья до локтя. Не в одну линию, а вот так. Вот. Давай. Раз. Вот, отлично. Давай. Раз. И вверх. Раз. Давай. Раз. И вверх. Только чуть открывай. Давай. Тогда сил меньше добавить, и мягче накрутить. Раз. И держи локтя. В середине тяни. Просто вот перед собой все. Просто локоть фиксируй, фиксируй локоть. Держи прям внизу его долго-долго до конца удара. Не подтягивай. Вот, держи. Все, это ось, вокруг которой ты делаешь движение. Вот, молодец, давай сюда. Давай, раз, локоть держишь, вот так, держи локоть.
Хорошо, лево, локти прижми. Старайся под локоть подмять. Если ты видишь мяч и локоть подмять, если ты его не занесла, то потому что ты будешь ждать, все равно будешь вот так тянуть. А если ты занесла, ты уже можешь вот, да, спокойненько вот это сделать. Хорошо, хорошо, локоть подмять, вот, а там можешь так делать. Вот, отлично, молодец, да. Постарайтесь вот это применить.